В областной столице впору устанавливать специальные знаки «Осторожно! Препятствия!». Парковочные карманы на улице Вокжанова заблокировали полуметровые снежные кучи. Автомобилисты вынуждены парковаться на крайней полосе проезжей части на улице Вокжанова. Парковка есть, но возможности заехать на нее у автовладельцев нет. Например, чтобы оставить машину на парковке отделения Социального фонда России, водители должны преодолевать полуметровый снежный барьер. Увы, но такая преграда не всем под силу, поэтому тверичане оставляют своих железных коней на крайней полосе проезжей части.